А? У меня там не женщина. Кто? Ну, там, толстый-то. Ну, а что ты там трешься? Нет, ну, приехал, блядь. А? Приехал, блядь. Она еще на это. Кто приехал? Не надо мне это. Маша, она гонит, как всегда. Ищет защиты, этому она нахер не нужна, парню. Кругалик. Санек. Алексей. Браток. Ваша кружечка. Сань, спасибо, брат. А что, мне надо что-то говорить? Ничего не надо говорить. Да ладно. По-братски спасибо. Ладно, Санька. Спасибо вашему. Тебе спасибо за все. Спасибо вашему дому, да? Спасибо. Теперь пойдем к другому. Спасибо, что губу нашего подогрел. Саш. Тебе спасибо. Спасибо вам, бля. Я хуй знаю, что сказать. Да ничего не надо. Ну вот, а наши, я скажу, наши додики. И додики. Наши придурки, блин. Который бухает постоянно. Ну встань-то хоть. Ну встань, подними задницу свою. Сань, ну подними его. Да, прикольно. Давай, блин, Валер. Ну встань, блин. Ты еще такой? Да встань, а смысл я встал? Ну опять, бля. Вот эту кружку. У него кружку я никому не отдам, блин. Аккумулятор все одеты, ёптельмоктер. Ты ёптельмоктер, встань. Вот эта кружка мне досталась от... Чего, тебе? Я что-то не пойму. Не понял, вот это вот. Давай по-нашему. Не урони. Только причеши меня. Давай по-нашему. Причеши меня. Давай, брат. Все, причесал. Нет, вы человечище. Все там у тебя красота, как этого, от этого. Да тихо, он упадет. Знаешь, ты ноги сломай. Сань, я не знаю, что говорить. Да ничего не надо говорить. С этим придурком это пиздец. Садись, Лех, а то упадет. Калашка, да возьму. Сань, спасибо тебе. Да тихо ты, да присядь ты, Лех. Короче, огромное. Тебе спасибо. Не за что, тебе, Лех, спасибо. Пацаны, все, вот есть у меня кружка. Ни у кого такой нету. Так да. Что это. Придерживайся. Присядь, ну шатайся, мотыляешься, вот. Как этот стоит. Спасибо. Санька молодчага. Вот. Делает. Потом в одну у него еще. Чуть-чуть и в одну. Долбоеб с нас. Я сейчас напьюсь. Я сейчас напьюсь. А ты еще не напился, что ли? Да присядь. Оружие получит. Да понятно. Присядь. Ты сейчас упадешь головой об эту об железку. Присядь, ради бога. Так, пацаны, спасибо огромное. Вот, Саньке спасибо. Вот это вот. Спасибо, Лех, тебе. С подписью. Ну, что заехал, все, что. Нормально. А мы сейчас напишем там что-нибудь. Вроде там пожрать им там. С Саньком мы виделись. Ну, а он, кроссовочки, кто, курточка, да. Все ему. Так что кто что говорит, пошли все в задницу. Да. Чего? Вот. Ну, что там, на Сашку наезжают. Да пошли нет. Все на нахер. Кого? На Сашку, ну вот, маэстро. Вот. А так, ну, хуй знает. Сейчас снимет с ними губа, за 7 секунд разберется. Приезжайте, кто чего разберитесь сами. Я хуй поймешь, что там, кто приезжает, кто снимает, блядь. Вот мы сидим, блядь. Я хуй знаю, я что такое? Я человек, попрошу. А в одной услуге. Валер, я тут сидел, смотрел. Аккуратно. Сделай, а? Вот сюда садиться нельзя. Ну сделай, пожалуйста. Брат. Брат, блядь. Это моя кружка, видишь? Ни у кого такой нет, блядь. Ты со стульки? Ну, по Сашке, ну, блядь, я хуй знаю. Я не знаю. Ты со стульки? И он мне обещал, и он сделал. Ёпта. А, бандану тебе? Блин, ну столько лет, ну ты первый человек. Это не какая-нибудь хуерга, блядь. Ну давай. Какая фуерга? Какая фуерга? Не фуерга, хуерга. Ты что, попутал? Я говорю, это не какая-нибудь хуерга. Не фуерга, хуерга, блядь. Да нет. Нет, не хуерга.
Лёха. Мы давно, блядь. Очень давно. Я тебе что, блядь, косметолог, что ли, нахуй? Ну, на БТРе же ты был. На откуда ещё? Ну, естественно. Водила, нахуй, только там тормозов нету никаких. Нехуй! О! Ты что, летал, блядь? Тормозов нету. Сука, блядь. Я на БТРе вообще пиздец. Ну что, мэтр, тогда после меня. Только это, глаза не открывай, нахуй. Тут я скажешь, понял, блядь. Я понял. Я что-то хули мне затянул тут, блядь. Мозг выносишь мне, ебёшь, блядь. Сиди уж спокойно, блядь. А да так не так, и так а и не так. А кинотеатр ты с нами ходил в ёбаный стус, блядь. Кинотеатр, блядь. Да у меня сам кинотеатр, нахуй. Ходячий. Ходячий кинотеатр. Бульбулятор, блядь. Бульбулятор. Это настоящий. Ну-ка, бошку подними. Бошку подними, говорю. Валер, слушай, блядь, я тебе делаю хорошо. Ветку не махай. Подними бошку. Валера, ветками не махай. Серьезный до мозга костей. Ладно, что-нибудь еще улепим. Ты мне говоришь, блядь, ты затягиваешь мне глаза. Она не сломала себе хлебчик. Короче, это, она говорит, или чемодан тебе такой. Ну, знаешь, как в аэропорты ездят. Чемодан на колесиках. Или сумку такую на колесиках. А целую вещь куда-то сказать, надо будет. Ну, пока маленькую давать. Купить, да? Пока маленькую давать. Все, тогда я ей скажу. Мне штаны, блядь, я вообще не понял. Я заебал, что я понял. Космос. Как поросенок, блядь. Курить есть? Скорую, блядь, потом, блядь, ментовку. Больничку забирали? Да. А что не оставили? Нету рекомендации, нет, да? Нету, нет. А, мест нету? Да. Хера себе. Что тебе, поесть, покурить, как, купить? Как? Не, братан, я поел. Сигарет купить? Да. Водки не буду покупать. Бутылку пива куплю. Вообще бомба. А? Бомба. Бомба. Бля, ну правда, заебло Костян. О, блядь, Костян. Валер. Заебло твое бухалово. Ты думаешь, я сам это? Вот я сейчас тебе могу принести шматьё. Это на сколько? До утра? У меня лежат твоя куртка, штаны, рубашка, блядь. Чай, короче, я сигарет куплю. Сейчас я сигарету ему куплю. А? Добью до конца, уже все добил. Валер, ты поедешь в Лобню или нет? Я говорю, я поеду. Когда? За работой поеду. А что тебе за работой? Давай я тебе бутылку пива куплю и билет, и пизду ему. Че, Серега? Я позвоню сейчас ему. Я согласен. Согласен? Сейчас созвоню ему. Блять, Валер, как донести до вас, нахуй? Я сейчас вот на космос орал, я нахуй. Понимаешь. Понимаешь? Ну то, что у меня забрали. Ну ты ребенок маленький. У меня были деньги. Да нахуй тебе деньги. Да я заработал сам. Зарабатывай. Я заработал. Ну, 200 рублей засанных, засранных, или что ты заработал? 300. Ну, 300, блядь. Ну, я уснул. Я думал... Я не понимаю, как донести до тебя, чтобы я не просто так, понимаешь, не это блогерство ебучее, блядь, ничего, нахуй. Я хочу, чтобы ты тут не сдох, нахуй. Понимаешь, что ли, нет? Что я хочу? Сереге я сейчас позвоню, я им звоню, тут ты съебался, блядь. Кот съебался.
Ушел я. Я думал, заебался слушать эту мораль, да? Нет, я думал, у меня денег в кармане. А вышел, у меня нет денег. Ни копейки, вообще ни одной. Сейчас я как-то звоню ему. Космос. Переодеваться завтра будешь? Обязательно. Точно? Да. В любом состоянии? В любом. Все, я приношу завтра шмотки. Сань, да. Ты знаешь, если я говорю... Все, ну невозможно терпеть, понимаешь? Тебе самому неудобно, блядь. Это кем? Я наберу, блядь, 2 пятишки, нахуй. Пойдем туда, в сторону базы. Я наберу 2 пятишки воды теплой из дома, нахуй. Понял, да? Более-менее обмоешь, что сможешь обмыть, и оденешься. Хотя бы так, не хочешь сам ходить в эту баню? Нет. Хотя бы так. Так, ты, гражданин, завтра звоним жене. Завтра, да. Да. Ты сейчас едешь, билет вот он. Понял, да? Допивай пиво, сейчас этот Рома принесет тебе еще банку. Да, он едет. Как с детьми, я заебался, блядь, уже. Я знаю. Пиздить буду. Самое главное не перепутать. Да. Пизду с пизделя. А вторая все перейдет. Фу, блядь, Валерка, ёпта. Спасибо, в карман положи себе. Ну нету. Были. Я и спокойно, я думал, я уеду сам. Оказывается, у меня нет. А вы последние мужики? Да. Вместе здесь? Да, да, готов. Подскажите, пожалуйста, выход в рынок телефон. А. Вот, по переходу до конца и налево. Нет. Вы уже не первый, когда до перехода, уже там говорили. До конца, до самого конца по переходу и налево. Нет, я не бухаю. Ты знаешь? Нет, нет, не бухаю. Они бухают, да? Да. Блять, башка болит. У меня есть что погреть. Я не с ваших, блядь. Я с Кубани, блядь. 26-й. Казачок? Я на чистокровный кубанский казак. И не надо говорить казачок. Ну я запрягалась, ютерь-мутерь, а? Блять, куда он делся, это Рома? Телефон, не походит. Телефон, блядь? А? Рядом с приходит телефон. Ну смотри, менты пойдут. Да, я не боюсь их. Да бояться не надо, заберут на 2 часа. Эй, нахуя он тебе надо? Мне? Че здесь сказать? Похуй. Сигареты сигареты куда делать? Вот космос, не расстался ты, блядь, с глотком пива с этим, ебать тебя в рот. Вот ты меня стоишь. Пронюх хотя бы, чистишь. Пронюх? Да. Я раньше здесь жил, на улице, 13 лет прожил, бомжевал. Вот и знаю всех. Тоже бомжевал? Да. Да ну нафиг. Да. Сейчас немножко встал на ноги и вот помогаю, чтобы их отсюда нахуй куда-то отправить, блядь, кого куда. Вы здесь сказали? Я сам буду помогать людям. Вот я такой. Свой блог вот веду в Ютубе. Да? Я не снимаю, я понял. Я могу двоих отправить к человеку заниматься именно хозяйством. Да не хотят они нас. Этого домой отправляем, этот пока здесь, да, этого да. Сейчас вот билет купил. Билет купил? Ну. Куда поедет? В Лобню. В Лондон? Лобню, в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду в Москву. Пролетай, братан. Давай, покурим. Я тебе дам сигарет. Давай, пожалуйста. Только давай, не будешь просить. Да. Я дам сигарет. Я тебе прошу. Давай. Я тебе дам сигарет. Куда? Рома, походу, не придет. Все, давай, шуруй. Ну куда он пошел за пивом? В Магадан? Я сегодня вышел только с больнички.
подрался на работе с этим. С азерами, как? Uh-huh. Таджики, узбеки, они киргизы. Uh-huh. Давай их на месте уложим. Сука, отреди, откуда хуй появился. Понял, появился. Забыл, как уебал. Я поворачиваюсь, понял, только уебать. И бухом мне в глаз прилетел. Вспышка, понял? Я проебал. Так, ладно. Не, пацаны,